Всем привет! Вот только записала ролик по чаю, и чтобы долго потом не затягивать, я решила все-таки немножко сказать о бизнесе. Я хочу пригласить желающих, ищущих бизнес. Кому очень интересно, приглашаю послушать. Ну, это, скажем так, я вчера... Нас несколько человек из Тирасполя поехали в Кишинев на ОСП, молдавскую команду. Это совсем параллельная ветка. Но нас очень тепло встретили. Тренинги нам тоже говорят, как для своих, как вот вроде бы, как будто мы в их веточке. Но хотя, если так разобраться, наш наставник, вот даже взять Лариса Гукова, она получается, мы, что они, что мы партнеры, мы под Ларисой Гуковой. А у нас спонсор наш вообще супер, ну, женщина, у меня даже нет слов, что пописать. Если бы я была мужчиной, мне бы, наверное, было легче описать как женщину. А вот как лидера, как наставника, это супер наставник, потому что в любое время, если ей позвонить, она вам ответит. Потому что я уже знаю, вот написала, вопрос есть, и тут же мне отвечает. Сейчас очень хорошо, что есть вот такие... моменты в связях, да, мессенджер, WhatsApp, Telegram, пожалуйста, Viber, связь, прям вообще, нанотехнологии есть везде, хоть в продуктах, хоть, как сказать, интернет, если разобраться, много чего. Но я вот хотела сказать про бизнес, опять же, это я услышала вчера на ОСП в Молдове у Натальи Бусуёк. Для меня это было, ну, может быть, я слышала, просто в другом варианте. А в данном я услышала, мне это понравилось, и почему я хочу это немножко записать, чтобы, я не знаю, выставлю я это на YouTube или нет, посмотрю, как это будет записано, но даже для себя, чтобы прослушивать, чтобы это запомнить, потому что все-таки то, что понравилось, то, что как вот человек тебе это сказал, и ты понимаешь, что она правильно сказала, что это действительно так, и вот чтобы в это вникнуть, нужно осознать, вот что действительно в жизни это все так. Я не сказала вначале, что меня зовут Светлана, я управляющий директор компании PL. В компании я уже 2,5 года. Вот. Управляющий директор – это пакет Diamond, это пакет $3000. Естественно, можно войти на 200, на пакет статус 200, этот получается. Можно сделать апгрейд, повыситься. А можно делать такую быструю такую работу – там, допустим, если мы приобретаем менеджер, директор, там, старший директор, национальный директор, то они, получается, еще за определенное количество баллов. Ну, вот, допустим, я захотела, я купила за 3000 с пакет статус Diamond, и я сейчас управляющий директор, и я получаю все бонусы по самой, допустим, верхней шкале, да? Человек может прийти на 200, естественно, там бонусы будут поменьше, но он может делать апгрейд. Либо, я же говорю, выполнить вот эти условия на управляющего директора. Это групповые, это вот приглашаете людей, приглашаете, мы же строим сеть потребителей, а не продаем продукт. И когда групповая получится вот это PV, баллы, да, вот, вы можете стать управляющим директором. Поэтому тут, как кому нравится, тот так и делает. Мне понравилось, у меня получилось, я приобрела пакет Diamond, чтобы сразу не терять время и получать все прелести от бонусов. Вот. Теперь я просто не буду рассказывать еще пока маркетинг-план. Почему? Потому что я еще, если честно, не готова как надо. И все, что касается маркетингов, бизнеса, вообще в своей жизни я этим никогда не занималась. Поэтому оставим это специалистам, нашим наставникам. У нас их много, вот этих роликов по маркетинг-плану. И, естественно, когда я все-таки его изучу и не пойму получше, не просто, допустим, на бумаге, в действии, или вот как я сейчас осознаю все прелести компании, прелести маркетинг-плана, потому что я уже и получаю денежки, и поэтому, в принципе, мне интересно будет, да, даже это понять, чтобы потом кому-то объяснить. Но, опять же, сейчас я просто хочу рассказать, какие у нас... У нас 15 источников дохода. Вот начнем с этого. Но есть основные 4. Это стартовый, групповой, лидерский и структурный. И вот Наталья Бусуёк вчера приводила примеры,
например, допустим, вот стартовый, она привела на недвижимости. Понимаете, вот пока ты чего-то не осознаешь, и вдруг тебе такой пример приводят, и ты как будто понимаешь, как будто тебя что-то осенило, действительно что-то дошло. И вот когда она говорит, вот смотрите, вы соседу предлагаете, ну не соседу, допустим, а своему знакомому, он ищет квартиру, хочет купить. А вы говорите, вот у меня есть там кума, знакомый, неважно кто, но я у него дома был, у него классная квартира, он продает сейчас квартиру. И вот идет этот человек к вашему знакомому и покупает у него квартиру. Но вы же не, он же вам не дает проценты, этот который человек, который продал квартиру. Вы не имеете процентов. Вот. Здесь же у нас стартовый за рекомендацию, за то, что вы рассказали человеку о компании, о продукте, и человек решил стать партнером и зарегистрировался, вы получаете от 10 до 20%. Скажите, мне будет интересно рассказывать о компании, о продукте, рекомендовать наш продукт, рекомендовать наш бизнес? Мне интересно, потому что я партнер компании, потому что я люблю компанию, потому что я люблю нашего президента, если честно, вот... Вот обожаю, я вообще люблю лидеров, я люблю вот таких людей сильных, я вообще всегда обращаю на таких людей, мне хочется быть чем-то на них похожим, поэтому в жизни, чего-то если я достигаю в жизни, то благодаря вот таким людям, которые чего-то достигают в жизни. Просто у нас у всех свое направление, у меня, допустим, свое, у них свое, но благодаря им я тоже принимаю вот такие вот. Потом второй у нас есть групповой. Она привела пример на подчиненных, на заводе когда, да, мастер, начальник, неважно, или где-то даже в какой-то конторе, вы там начальник, у вас есть ваша, ну, не команда, потому что там они, мы называемся не командой, вот, подчиненные, и вот они работают. Пока, допустим, мы, вот я пришла на завод ученицей, естественно, человеку, который меня обучает, ему заплатят... За то, что он меня там обучал месяц или два. Но за счет чему ему заплатят? За счет того, что я получаю ученические, а ему заплатят учительские, скажем так. Все, дальше я работаю, получаю зарплату. Он за меня что-то имеет? Он абсолютно ничего не имеет. А вот здесь у нас групповой, если у меня есть группа, и весь товарооборот, который групповой, и опять же я говорю не о продажах. Наша компания – потребительская сеть. Строится потребительская сеть. Я куплю, потому что мне надо, я люблю чай, мне нравится, дрожжи я обожаю. Я все равно возьму продукт. И так каждый, кто придет в компанию, что-то себе купит. И вот создается групповой товарооборот, да, это под вами. И вам платят от 15 до 30%. Никто так не платит, ни в какой компании. А почему я об этом говорю? Потому что я была во многих компаниях. Ну, естественно, во многих, для меня во многих это, может, 5 штук, да? 5 компаний, которые, ну, зарплаты я не получала. Как-то вот вроде начинаешь, и качество лидерские проявляется, все, но тебе не дают возможность заработать. Здесь, если я уже получила определенные деньги какие-то, мне уже хочется действовать дальше, чтобы еще получать, и чтобы получать еще больше, потому что у нас это возможно. Потом идет третий, лидерский. Она привела пример нам на учениках, учителя, школа. Вот посмотрите, учителя сколько обучают детей. Ученики, да, у них уходят. Один класс, второй, третий. Дети вырастают, работают. К кому, к какому учителю пришли проценты от ученика за то, что его обучили? Никому. У нас предлагают от 20 до 2%. Но это берется сверху вниз. Допустим, пока в начале 20, а на глубину до 6-го поколения 2. Почему глубина? Вы представьте себе, какая будет глубина в 6-м поколении. Эта ветка расширяется, потому что каждый приглашает, и вот там оттуда 2% – это очень большие деньги. Его структурный бонус, вообще все говорят, что это самый сладкий бонус. Она привела нам пример, парикмахерская, маникюр. Естественно, мне это сразу тоже, мне посоветовали, допустим, девушку, очень хорошо делает маникюр. Да? Вот я, допустим, пошла один раз, у нее сделала. Я теперь к ней хожу постоянно, потому что мне нравится, как она делает. Но скажите, тот, кто мне посоветовал, я же ему не даю теперь процент, ну даже не я,
А вот, допустим, вот эта девушка, да, вот ее зовут Кристина, это кума моей дочери. Неважно, дочка посоветовала. Но кума же не платит проценты дочери моей и не говорит, что вот твоя мама опять ко мне пришла. Да? И так же самое любой вот человек, он не придет и не скажет мне, вот ты мне его порекомендовал, он ко мне пришел, давай я тебе дам проценты. Или парикмахер. Я также походила в одну парикмахерскую, сделала, потом как-то я попала в другую, мне там не понравилось, и вернулась туда, куда мне первый раз посоветовали. Я убедилась, что тут лучше. И, допустим, я теперь тоже туда хожу, особенно когда еду на события, Москва, Турция, и мы были в Турции. И ты идешь и делаешь там прическу, да, ты там красишься, стрижешься, потому что тебе это понравилось. И, допустим, этот человек, специалист парикмахерши, парикмахерская, она же не идет и не платит этому человеку за то, что я к ней уже третий раз прихожу и делаю покраску, стрижку и все остальное. Наша компания предлагает от 5 до 10% структурный бонус. А если я на пакете 3000, мне 10% на всех уровнях, с 1 по 6. Понимаете? Поэтому я говорю, что наша компания IPL предлагает франшизу за 3000 долларов. Я считаю, что это... Я бы 3 года назад сказала бы, что это чушь. Сегодня я понимаю, что это такое. Когда ты уже столкнулся, когда ты видишь, очень много у тебя появляется знакомых, больше, да, круг шире, и не твоего уровня, там, завод или еще кто-то, допустим, там, просто продавец магазина, а хозяин магазина, допустим, хозяин какого-то там салона, еще чего-то. И ты уже от них слышишь, как и что, потому что у нас в компании IPL очень много таких людей, кто свои магазины открывали, сами были хозяевами каких-то своих, допустим, складов. Кто магазин, кто чем богат, аптеки. Так же самое в сетевых маркетингах люди были, кто-то и добивался в других сетевых маркетингах очень больших денег. Я знаю, такие есть люди, у нас есть даже на YouTube ролики, но... Столько, сколько они получили в нашей компании, они нигде еще не получали. Но это не важно. Вот я просто хотела вот поделиться вот этим вот примером. 4 бонуса, которые самые главные, получают все новички сразу, если выполняются все шаги. Поэтому у нас бизнес очень строится легко. Самое главное – это дубликация, это учиться у своих наставников, рассказать, какой у нас классный продукт, а он действительно классный, и мне абсолютно не стыдно о нем рассказывать, мне даже в радость о нем говорить, рассказать о том, что я никогда не ездила, и меня если спрашивали, ты любишь путешествовать или нет, я говорю, господи, да я даже не знаю, если честно, у меня не стоит первый вопрос путешествия. Сегодня я хочу сказать, что да, я хочу поездить по миру, потому что я... Ну, не выезжала я никуда. И придя в компанию IPL, у меня началось Москва, Одесса, Кишинев, Турция. Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но Турция для меня уже сверхъестественная. Даже Москва для меня была сверхъестественная. Вот. Хотя Одесса, Кишинев тут рядом. Тем не менее, я стала чаще ездить, и мне это понравилось. А Турция я вообще в восторге, потому что, ну вообще, и теперь я приезжаю оттуда, я ехала когда с Москвы, я сказала, я хочу летать, мне понравилось летать в самолете. Приехав с Турции, я теперь говорю, я хочу еще куда-то поехать. У меня теперь мечта куда-то ездить. И мне это дала компания IPL, и никто больше. Сколько я работала на заводе, я даже на море не могла выехать, чтобы поехать хотя бы на 2-3 дня и отдохнуть, позагорать. А здесь, пожалуйста, я на неделю была в Турции. Отель 5 звезд, все включено. Я прям наслаждалась и природой, и воздухом, и всем тем, что там было. Потому что это незабываемо, это на всю жизнь. И память это останется, и приятные воспоминания. Поэтому предлагаю франшизу за 3000. Кто понимает, что это такое, и кто готов действовать. Потому что мне нужны люди. Я ищу только тех людей, кто, ну, кто сам ищет такое, и где он готов работать. Люди есть энергичные, целеустремленные, кто ищет хороший доход, кто ищет общение, кто ищет возможность путешествовать, больших денег, заработок. Вот я ищу таких людей. Ну, естественно, параллельно мы будем кто укреплять, кто поправлять, кто сохранять наше здоровье, молодость, энергетику, потому что у нас продукт, это инновационный
нанотехнологии, свой завод в Кишиневе, свое предприятие, представьте себе, мы ни от кого не зависим, это очень многого и дорогого стоит, вот, поэтому приглашаю. Вся информация будет под видео, если вам интересно, пишите, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, будет ссылочка на регистрацию, кто зарегистрируется, я с вами свяжусь. И будем решать, как дальше действовать. Если будут вопросы, задавайте, я отвечу. Не упускайте время. Давайте строить бизнес вместе. Чем быстрее мы его будем строить, тем быстрее будем иметь хорошие доходы. Все. Как бы я все сказала. Если придут какие-то мысли, будем ждать вдохновения и записывать следующее видео. Потому что пока сядешь, пока соберешься, тяжело. Потом, когда надо сказать до свидания, ты вспоминаешь, еще о чем-то говоришь. Как бы я понимаю, что меня еще никто не видит, но я же понимаю, что вы увидите. И мне хочется еще что-то говорить. Как-то мне приятно, знаете, вот общаться. Даже хотя я вас и не вижу, и не знаю. А мне очень приятно. Приятно рассказывать, делиться вот той информацией. Хотелось бы, чтобы увидели те, кто не знает о компании PL. И, допустим, ну, может, я что-то не так скажу, вы меня не поняли, но вы всегда можете найти IPL официал, официальную страницу. Это есть и на YouTube, есть, где можно почитать, а можно посмотреть ролики. Вот, ищем и ту, и вы тогда поймете. Ищем отзывы, результаты, отзывы, успехи. Очень много людей на YouTube рассказывают о своих успехах. Поэтому зову тех всех, кто ищет бизнес, кто ищет путешествия, свободу, кто хочет получать радость, удовольствие. И очень хорошее это общение. Я говорю, у меня сейчас такой круг знакомых с разных городов, с которыми я познакомилась и в Турции, и теперь вот даже в Кишиневе. Мне очень приятно знать вот такое количество людей. Довольно-таки приятные люди, хорошие. Поэтому жду вас в свою команду. Всех, кто ищет бизнес, приходите в мою команду. Желаю вам всем счастья, удачи, здоровья. Я вас всех люблю. Вообще всему миру я желаю счастья, здоровья. Храни вас всех Бог. Всем пока.